Так хорошо, что тебе мама не разрешила. Эй, кто делает бросок у вас, чтобы вы придерживали партнера? Мне не хватает этих, как их, трупов здесь еще. Так, чтобы вы знали, я поставил камеры, снимаю. Самостоятельно меняю. Максим, воу, не тебе, воу. Что? Столет. Помочь? Нас, помочь? Сосок. А ты берешь сосок, и он к земле.
конем похожа, как будто ей. Принесешь, покажешь. Взял, что ты сидишь? Чучело взял. Вперед и бросаешь. Делаешь бросок через бедро. Бросил, а потом курок через него. А можно? Стоп. Стоп. Вернись обратно. Простите. Да. Или уже нужно будет идти по синей линии. Видишь у тебя? Уже все. Thank you.
еще раз, если ты его сделал бросок на икон, встаешь, что-то делать в поле. Если ты сделал икон, у вас 1-1. Если ничья, то есть 2-2, 3-3. Вот тот, кто первый сделал икон, тот выигрывает. Но если счет 2-2, и Катерин делает бросок там, в Азаре, например, да, заканчивается схватка, счет 2-2, то Катерин ведет в Азаре, хотя ты первую схватку выиграл. То победу я дам Катерин. Готовы? Да. Реле? Сейчас, одну секундочку. Реле? Сейчас, подождите. Да, ну хорошо. Аджуре. Ударился? Все нормально? Все, хорошо, да?
сразу и тебя нагружают, и его нагружают. Видишь? Сильный физически. Значит, и в борьбе он. Ему легче намного. Так, где? Все хорошо? Так, приготовились. Вторая схватка. Аджуэ. О, да, переодевайся. Есть тут у меня один пацан. Надо его. Надо его. И держи его заодно. После икона, после броска еще и держите. Привыкайте держать. Поэтому надо иметь большую кимоно. Наклонился, оно раз сошло. Мате. Оценка в азаре. Держать. Руки. Оценка в азаре. Держать. Держи 20-10 секунд. Держи ему 10. После оценки в азаре еще 10 секунд. Чем больше ты двигаешься, он куда бросает? Вот зачем он тебе выпал? Чтобы ты шел на него и бросок делал. Он тебя тащит, ты идешь за ним. Или скорпиться класс, или придержи, как бы, стой в центре, тогда он когда пойдет назад, он выйдет. Он что-то получит. То есть тоже надо здесь. Thank you.
решает и говорит, о, что это за команда, о, деревянная, все. Мы выходим не 11 человек, а выходим вратарь и 5 человек. А? Местные сразу придут. Понимаешь, сразу придут болеть, потому что их больше, есть возможность выиграть. То есть нужно как бы себя ставить чуть-чуть в тяжелую позицию, когда ты будешь расти. Какой себе с усманцем бороться? Ширку нет этого, бескуна нет. Там, если ты будешь выигрывать нормально, будешь проигрывать, я им скажу там, посмотрю, если сильно будешь проигрывать, скажу, одну руку им держать, нагружу их. Все зависит от этого, чтобы интересно было об этом. А какой смысл с ним бороться, захват, это? Ну, все равно выигрываешь. Макс, что ты вышел? Готовы? Борис, это япон. Кто сделал япон? Сделал япон. Показывайте мне рукой. Все. И потом я отпускаю, вы садитесь туда. Итак, схватка у нас 3 минуты. Че? Thank you.
Нет, только отработка. Работаем. Что?
тебе покажу туда. Такой захват. Так взял захват, ты сразу будет бросать заднюю подножку. Вот есть захват. Видишь? Вот попробуй вот этой рукой мне взять за шею. Thank you.
лежи, пожалуйста. Не надо на животе лежать. Надо высокий, низкий парта. Так, Максик, не забывай держать левой рукой. Бутнарь. Еще раз. Скажи,
судят, а ты выходишь. Смотри, как же упал поле. Останови. Берешь,
Почему молчишь? Да, назад надо. Базарий. Давай. Мне тоже одна рука, да? Да, да, да. Красавец. Вот, посмотри, держишь. Ногу ставишь. То есть, ну, влезь туда надо. Молодец, красавец. Я думал, что упадет. Вот ты, есть оценка. Вот у него рука, он этой рукой берет заплату. Возьмите, не дайте этой рукой. Захватите руку и держите здесь. Снизу рука должна быть. Вот Макс, стоп. Макс. Да, он ниже тебя. Ой. Есть, да. Ну, слышишь? Ну, скажи. Покажи. Громче. Глаза. О, молодец. Ты как кричишь? Цыпу! А тут Мишка остается. Вот ты берешь.
сначала подвигайся по бедре, чтобы он упал, а потом бросишь. Если сразу будешь бросать, он не упадет. Наступи ему на живот, он. Да, на тест, стоечко. Ну-ка, ток!
бросок Бутнера Максима. И вы уже знаете, какой бросок. Там бросок тренировал. И вы уже знаете. Там защита такая. То есть я должен бросок назвать чем-то именем. Вот Артур. Да? Есть у него коронный прием, который он может. Он может не выиграть, но он сделает его вклад. Он отрабатывает его. Не знаю пока. Куда она, например? Хорошо будет. А коронный бросок какой? Непонятно. У Максима тоже хороший парень. Какой бросок коронный? Уже нет. Вот я могу сказать, бросок через грудь, Каталина. Да. Вот он очень часто делает бросок через грудь. Значит, ему нужно ножки подкачать, ручки, спинку, чучело сделать, чтобы он еще через грудь побросал. Вот единственный человек, который я знаю, он делает часто бросок через грудь. Из-за того, что он физически слаб, он защищается, расслабляется, а он хорошо в обратную сторону бросает. И броски у него идут в базаре, и он часто. Вы поняли? Поэтому еще раз. Построились. Мальчики, построились. Сюда, сюда, сюда. Ближе встали, построились. Так. Макс, сейчас я тебе другое, да? Thank you.
Нет, он сказал, чтобы носить их вчера. Но я когда в школе его, он не сидит на меня, он сидит в училище. А мы когда я возьму его, я не вижу, что уже это как бы сидит. Это почему? Самый большой мой друг, но не друг семьи, а друг мой.